Госсанэпидстехнадзор отправился в сельское поселение Якотское, поселок Рыбное. Здесь давно существуют проблемы с мусором. Одна из стихийных свалок расположилась возле бывшей котельной. К сожалению, мусорные навалы инспекторы выявляют регулярно, а добиться их ликвидации теперь сложнее. В связи с тем, что сейчас идет реорганизация, то есть ликвидация администрации сельских поселений, городских поселений, и преобразование в городской округ Дмитровский. Все полномочия сельских поселений и городских поселений переданы в администрацию Дмитровского муниципального района. В данном случае, то есть сельское поселение Якотское находится в плачевном состоянии в связи с тем, что имеются навалы мусора строительного, бытового и так далее. На автобусной остановке неприятная картина. В кучу свалены пакеты с мусором. Видимо, оставили дачники после выходных, не утруждая себя поиском ближайшей контейнерной площадки. В результате – безобразная свалка. Увы, такую можно увидеть на многих остановках общественного транспорта. В ходе объезда территории поселка Буденовец инспектор обнаружил еще одну свалку строительного мусора, веток и сухостоя. Но вокруг – бытовые отходы. Проблема мусорных свалок в Московской области становится все острее, достигая своего апогея в дачный период. С детскими площадками в сельском поселении Якотское тоже беда. Это, например, утопает в траве. Хотя по закону высота травяного покрова должна не превышать 20 сантиметров. Осмотрев площадку, инспектор отметил, она находится в запущенном состоянии. Игровые элементы очень старые, заменять их, похоже, никто не собирается. Детские площадки уже непосредственно никем не обслуживаются. Имеются сломанные игровые элементы, опасные игровые элементы, выступающие острые углы. Что, естественно, создает угрозу жизни, безопасности, здоровью граждан и детей. На другой детской площадке качели с жесткими подвесами. Инспекторы требуют их замены или демонтажа. Проверив территорию сельского поселения, Госсанэпидстехнадзор заключил, нарушений закона о благоустройстве здесь много. В адрес администрации Дмитровского муниципального района будет направлено уведомление о вызове в территориальный отдел номер 3 Госсанэпидстехнадзора Московской области для составления протокола об административном правонарушении, а также выдачи предписания на устранение выявленных нарушений. В случае неисполнения предписания составляется протокол в отношении администрации, направляется в мировой суд. Суд уже непосредственно накладывает на администрацию административный штраф. Размер административного штрафа от 10 до 100 тысяч рублей. Будем надеяться, что недочеты устранят, и территория Якотского сельского поселения будет приведена в порядок.